Анталия Большой Шлем 2023, первый день соревнований, и сейчас у нас на обзоре весовая категория до 60 кг. И дзюдоист, на которого мы сегодня посмотрим, это Лука Мхаидзе, бронзовый призер Олимпийских игр, представитель Франции. Как я говорил в видео про фаворитов, этот парень набрал очень неплохую форму в этом году, и это уже его третья медаль в текущем году. Очень хорошую форму набрал этот дзюдоист. Родился в Грузии, ну а сейчас выступает за сборную Франции и довольно успешно выступает, является лидером этой весовой категории. На ваших экранах второй раунд, именно с этой стадии начал Мхаидзе, где он боролся против дзюдоиста из Тайваня. И в этом эпизоде происходит неплохая комбинация, заходит на бросок через голову и моментально меняет сторону атаки Мхаидзе. Хорошо развернулся и бросок вперед на япон. Очень хорошо получилось. Но его соперник просто прозевал этот момент и пропустил очень мощную атаку от француза. Уверенно вышел Мхаидзе в третий раунд соревнований, где он боролся против дзюдоиста из Италии. Стоит отметить, очень скоростной, хорошо принимает решения, быстро думает. Мхаидзе, ну и не зря, как бы говоря, он носит бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. Кстати говоря, в этом эпизоде после шквала атак Мхаидзе зарабатывает в Азаре. Судьи после просмотра повтора, как я понимаю, дали команду на Вазаре. Очень такой атакующий дзюдо он демонстрирует. В принципе, за это я люблю смотреть за его схватками, всегда зрелищно. И в этом эпизоде итальянец пытался отыграться, и Мхаидзе все равно берет свое и бросает уже ближе. На япон было похоже это. И зарабатывает япон. И выходит уже в четвертьфинальную стадию турнира Лука Мхаидзе. В четвертьфинале, как вы можете видеть, Мхаидзе боролся против Давлатова Шерзода, который представляет Казахстан в белом кимоно. Ну, учитывая конкуренцию данного турнира, Мхаидзе действительно является настоящим лидером и топом этой категории. Ким Вон Джин проиграл молодому казахскому дзюдоисту, который занял третье место в свою же очередь. Юре Ферстратен тоже выиграл третье место, проиграв в четвертьфинале украинцу Дильшоту Халматову. И в этом эпизоде в Golden Score зарабатывает Мхаидзе в Азаре. Побеждает своего визави и выходит уже в полуфинал против Дильшотбека Баратова, полуфиналиста чемпионата мира в Ташкенте. Баратов сегодня тоже ушел без медали. Буквально за секунду он проиграл Ферстратену. За секунду до конца бельгиец сбросил его на оценку. Ну, не везет Давлатову. Неплохо борется на самом деле. Есть у него хорошие данные. Но, наверное, не везет. Либо все же соперники сильнее его. И оставляют они его в шаге от медали, уже который раз. Снова мы видим атакующее дзюдо, в этот раз обоюдное, в принципе. Узбек тоже выкидывал неплохие атаки. Здесь заходит на бросок через спину Лука Мхаидзе, и настолько перевернулись дзюдоисты, что даже оценки не было в этом эпизоде. И вот здесь буквально за несколько секунд до конца Лука Мхаидзе зарабатывает оценку, таким вот зашагиванием бросает своего соперника и сверху проводит удержание. Одно в Азаре броском и второе удержание. Мхаидзе выигрывает и выходит в финал против Халматова и бросает его на Азаре через спину. И этого ему хватает, чтобы стать сегодня золотым медалистом. А его оппонент Халматов из Украины занимает второе место.